Певица Валерия считает, что сейчас выглядит лучше, чем в юности. Поддерживать себя в отличной форме артистке помогает правильное питание и занятия йогой. Валерия не гнушается использовать бюджетную косметику для лица, полагая, что сильно от люкса она не отличается, ведь главное условие – увлажнить кожу. По заверению артистки, она не прибегает к услугам пластических хирургов. «Косметологи сказали, что мне не нужны филлеры, это порочный путь развития. Я делаю процедуры аппаратной косметологии, лифтинг. Мышцы лица работают фантастически, если зажать зубами пробку от шампанского и начать читать стихи или просто разговаривать. Стараюсь делать процедуры мощные, эффективные, нетравматичные». Одна из моих – методика глубокого инфракрасного лифтинга. Наука идет вперед. Можно сохранять молодость кожи, не прибегая к хирургическому вмешательству. Бесконечно долго, считает Валерия.